Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмери. И сегодня у нас опять мукбанг, вот такие вот интересные. Давайте вот эту возьму. Из сосисок я приготовила. Я пришла домой, сейчас уже, наверное, где-то 12. Я снимаю мукбанг. Ужас, конечно, для моей фигуры, но да ладно. Я проголодалась, и я не могу с этим ничего сделать. Есть буду прям руками. Давайте посчитаем, сколько здесь котлет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять котлет, помидорки, черри, огурчики. Как-то странно пахнут огурчики. Песок. Я была голодна просто как волк. Решила посмотреть в холодильнике, что же у нас есть. Вот, посмотрела. У нас были сосиски. Были яйца. И был вот этот плавленый сыр. Я подумала, гениально. Можно приготовить вот такие вот котлетки. Буквально за 5 минут их приготовила. Сейчас сижу перед вами и снимаю. Первый пошел. Просто нереально пошел. Я сейчас смотрю на себя и понимаю, что эта помада мне совершенно не идет. Как вы думаете? Пишите в комментариях. Так вот. Этот рецепт я увидела, когда пришла к Фате. Ее мама буквально за 5 минут приготовила нам вот такие вот котлетки. И когда я попробовала, я подумала, блин, как это вкусно, из чего это готовится. Это чем-то напоминает фастфуд. На вкус вот еда из Макдональдса, вот что такое. Но в домашних условиях. Странно пахнут огурчики. Я их уберу в сторону. Обычно я обожаю просто огурцы, но они странно пахнут. Как будто их в бензин засунули и вытащили. В первый раз вижу такое. У меня натуральный сок. Ой, как они пахнут. Вот если вы любите фастфуд, это для вас идеальная еда просто. Быстренько дома покушали, сделали, покушали и получили удовольствие. Помидорки черри. Я уже боюсь вам обещать, что я приготовлю эти котлетки, засниму видео, выложу на iCook. Потому что до этого я вам говорила, что панкейки я тоже засниму, а потом что-то никак времени не было. Так как я уже работаю, я реально ничего не успеваю. Еще плюс на основной канал очень много видео выкладываю. Каждый день я анализирую свой день. Вот что я успела за день. И каждый раз я прихожу к выводу, что я могла бы успеть гораздо больше, но из-за своей неорганизованности успела намного меньше. Мне всегда кажется, что я слишком мало делаю. Я к себе очень требовательна. По идее,
если вот так вот смотреть, да, каждый день на моем канале Айка Эмили выходит новое видео, а иногда даже два. Плюс еще я работаю. Плюс еще в Инстаграме там какие-то фоточки. И все равно каждый вечер я сижу и думаю, могла бы успеть больше. У меня здесь два соуса, оба от Heinz, один барбекю, другой сырный. Казалось бы, внутри них уже есть сыр, какой смысл макать сырный соус, но реально очень вкусно получается. Следующий, иди ко мне. Вот так вот внутри выглядит. Смотрю на просмотры и вижу, что видео АСМР набирают больше просмотров, чем мукбанки. Но я скучаю по этому формату, мне обязательно надо посидеть, покушать на камеру, поболтать. Поэтому не в зависимости от того, что АСМР набирает больше, все равно я буду чаще выставлять именно мукбанки. Мне это как-то веселее, я не могу объяснить. Я сама ловлю кайф от того, что я вот болтаю на камеру. Затем, то есть вы пишете комментарии, мы как бы общаемся с вами, а так получается, что я молча ем постоянно, ничего не говорю. А вы пишете что-то. Листья салата просто обожаю. Осталось всего 4 котлетки. Я очень быстро с ними справилась. А я хочу на днях пойти и сделать себе ламинирование ресниц или наращивание, чтобы не красить. Как вы думаете, стоит или нет? Потому что я помню, что где-то год назад моя одногруппница тоже пошла на эту процедуру, нарастила реснички. А потом через месяц у нее все они поотваливались. У меня сами от природы очень хорошие реснички, длинные. Просто я замучилась их постоянно красить, а потом смывать. Я просто, если честно, немножко побаиваюсь, что мои реснички сами тоже отвалятся, потом будут не такие, как сейчас. Думаю, может, просто ламинирование сделать или что-то. Вот так хочется встать утром, не краситься и быть красивой. Нужно сделать татуаж бровей, нарастить реснички, татуаж губ, и все готово. Можно как встала, пошла. Наемся, как я спать буду. Прям вот буквально 5 минут назад мне девочка написала в Инстаграм одна. Как ты засыпаешь после того, как столько ешь? Я вот после каждого мукбанка, не в зависимости от того, во сколько я встала, я вот наелась, и мне хочется спать. И на работе тоже после обеда у меня такое бывает. Только наелась, хочется спать. Особенно, когда много поела.
нас в России был частный дом. Огромный просто. И мама, так как она была свободна, она сажала зелень. Нет ничего прекраснее, как сорвать зелень, например, из своего сада и пойти кушать и так далее. Но когда у нас в саду было дофига всего, мы это не ели. Когда я живу в квартире, и зелени вообще нету. Единственное, что из зелени есть в квартире, это кактус. Вот теперь мы отдаем деньги и покупаем зелень. А когда было в метре от меня, зелень, рукой подать прям. Это мне казалось совсем невкусно. Хотелось чего-то другого. А сейчас мне очень хочется зелень, особенно вот салат, листья салата. Вы можете заметить, что в каждом видео я вот так вот их ем. Когда у нас был частный дом, мы реально это не ценили. Люди вообще начинают ценить что-то только после того, как теряют. Я не знаю, как все люди, но не знаю, у меня всегда так. Живя в частном доме, я даже не задумывалась о такой роскоши, как качели. А сейчас я думаю, блин, были бы у меня качели. Последняя помидорка. И последняя котлетка. Сказать, что я наелась? Нет, я не наелась. При приготовлении я использовала 6 сосисок, 200 грамм сыра, 2 яйца, еще добавил немножко муку, чтобы текстура была такая вязкая. Я думала, соуса не хватит. Приготовила здесь вилку. Вилка даже не понадобилась. Зачем вилка, когда есть руки? Реально было очень вкусно. Хоть я прям, знаете, так сильно не наелась, я совсем наедаться не буду, потому что еще спать, время уже, наверное, где-то 11, может 12. Я люблю покушать на ночь. Последние, наверное, 4-5 дней я просыпаюсь где-то в 4 часа ночи, не знаю почему. Я встаю и чувствую какой-то голод, иду к холодильнику, там какие-то фрукты беру, начинаю их кушать, а потом ложусь спать. Я не знаю, может это совпадение, может я какой-то сон не такой видела. Нормально ли это вообще посреди ночи просыпаться и что-то кушать? Это, наверное, тогда, когда я ложусь спать, не сытая. На этом мы с вами будем закругляться. Подписывайтесь обязательно, также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в инфобоксе. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока.